Ранее в Хардлэйн. Ты сказал, что Нельс говорил о какой-то сделке со Стодоком. Я же сказал, что пошел на сделку. Ты и Стодок можете забрать все. Со вчерашнего дня я ваш новый босс. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тайсон остался здесь, а Тэп уехал навсегда. Все, что вам потребуется знать, здесь, капитан. Какого хрена? Хай, я был так уверен, что мы найдем местечко для тебя. Заткнись, Маго! Я сказал, заткнись! Да заткнись ты уже, блин! Ну и что ты мне сделаешь? Посадишь? Эй, Маго! Угомонись уже! Не лезь, Мендоза! Как скажешь. Добрый вечер, детектив. Тэп? Да, далеко мы от Майами забрались. Эй, Мильштейн! Не суй свой нос! Очень приятно, Мильштейн. Эй, тут одна охрененная сделка намечается. И слышать не хочу, Тэп. Ты не так понял? Я посыльный. Тайсон сказал мне... Погоди-ка. Тайсон Блэтчфорд? Ага. Сразу интересно стало. Короче, план будет такой. Какого хрена? Тайсон. Я должен был тебя предупредить, но... Черт! Чувак, держись за что-нибудь. Тэп, какого черта? Вечеринка. Откуда у меня ключ? Откуда у меня ключ? И тем более, где я его хранил. Ты чего делаешь? Тайсон встретит тебя у башни. Сразу как получится отвлечь копов. Стой, чё? Двигай к той башне. Эй, стой! Ты куда? Чувак, Аблинглес, твою мать! Башня! Пошел! Копы на подходе! Уходим, уходим, быстрее! Понял вас.
Извини, чувак. Или я, или меня. Я туда не вернусь. Этот город считают заброшенным. Что это за гиб? Наркоманы. Они видят все в других цветах. Сколько там беглецов осталось? Парочка, включая Мендозу. Все. Отправляю патруль. Узнай о перегруппировке у КП. Вас понял. Долгий денек будет. Всем внимание! Подозреваемого оружия! Кто-нибудь прикрывает сторону 3? Добро пожаловать на вечеринку, воздух 22. Всего-то ищем двоих беглецов. Есть! Мы подсветили его. Направляйтесь в него для захода. Он страшен. Не двигайтесь. Обнаружен подозреваемый. Ориентируйтесь по нашему цвету. Мой периметр тесен. Обнаружен подозреваемый. Он куда-то скрылся. Мы по нашему цвету. Понял вас. Мы светим на него. На землю, собака, быстро! Заключенный, быстро на землю! Или он... Он перед нами. Следуйте за прожектором. Я стрельну из шокера! На землю! Вижу кого-то! Внимание всем, мы светим на него. Заключенный, быстро на землю! Или он... Да и пофиг! Я пошел! Я засек его! Чувак, полегче! Стой, не высовывайся, пока тебя не нашли. Заключенный, быстро на землю! Или он отпустит? Не хочешь по-хорошему? Внимание, справа! На землю или шокером уложу! Даже не дёргайся, тут 50 тысяч шоков! Я стрельну из шокера! На землю! Следуйте за прожектором! Эта сторона на замке! Мы светим на него! Я стрельну из шокера! На землю! И вот оставь меня, пользоваться шокером! Он перед нами! Следуйте за прожектором! Заключенный, быстро на землю! Или уложу шокером! Он перед нами! Следуйте за прожектором! Заключенный, быстро на землю! Или уложу шокером! Внимание! Воздушная группа обнаружила подозреваемого! На землю! Он куда-то скрылся, мы его не видим! Во всем внимание! Подозреваемого оружия! Продолжаем патрулировать.
патрулировать. Локальный периметр вокруг этой заправки на заправку. Передайте КП, сторона... Нужно как-то отвлечь этих ребят. Когда я был тут последний раз, мы себе половину этого дерьма забрали. Иди к своей группе. Да не вопрос. Откуда вы хоть что-то вспомнили? Без понятия. Подобрайте к ближайшему офицеру и сдайте. Понятия. В противном случае мы вас задержим силой. Отпусти заложника! Тебе отсюда не выбраться! Он сказал... Какого черта? Что, вы кого-то еще не досчитали? Лежать! Лежать, сказал! На землю! Даже не дергайся! Тут 50 тысяч вольт! Фу, аммиак, ну и вонище. Как будто скунс помер. Видимо, метамфетамин делают здесь. Так, один готов. Пора валить отсюда. Еще немного и рванет все. Все старая по плану. Фабрика взорвалась. Назад! Будьте начеку, могут быть еще взрывы. КП, это группа реагирования 3. Давайте пожарных сюда, срочно. На землю, собака, быстро! На землю, быстро! Не вынуждай меня пользоваться стокером. На землю, быстро! У тебя есть вопросы. А ты какого хрена тут делаешь? И откуда у Деппа ключи от моих наручников? Офицер, тебе это должно льстить. К тому же Депп у меня в долгу за ту ерунду с прослушкой, в которую ты его втянул. Да, он не стал сбегать со мной. Депп? Сейчас ему нужно попасть в тюрьму. Отличное место, чтобы слезть с кокаина. Поверь мне, я знаю. Так, придурок, понятия не имею, в какую херню ты меня втянул. Эй! Но если ты думаешь, что я... Тебе тут кое с кем перетереть надо. На, возьми. Какого черта? Рекламный щит, видишь? Мигни светом. Три раза. И быстро. Вот туда-то тебе и надо. Черт. Тут небезопасно. Придется разделиться. Тайсон. Жди меня внизу и несусь под прожекторы. Черт. Слишком темно и холодно. Мы найдем тебя. Поднимите руки и дайте знать, где вы. Обнаружен подозреваемый. Ориентируйтесь по нашему цвету. Чем выше летишь, тем больнее падать. Нужно проверить весь холм. Понял вас. Офицер убит! Внимание! Офицера убили! Продолжаем патрулировать. Отсюда нет выхода! Сюда!
тебя получилось. О, отлично выглядишь, кстати. Ты что тут делаешь, Тайсон? Просто подожди и увидишь. Не, может, сам расскажешь сначала? Почему ты решил, что взорвать автобус, в котором я еду, это хорошая идея? Идея была не очень, но сработала же. Ладно, доверься мне. Ты шутишь, мать твою? Перевели Тэпа. Дали ему ключи. Продажные копы. Мы знаем, на что давить. Слушай, как бы то ни было, прости. Почему бы мне просто не вырубить тебя? Я дам сдачи. О, да. А во-вторых, Джулиан Досс. Ты подумай. Меня он разорил. Тебя посадил в тюрягу и ее тоже бортанул. Мы можем доверять только тебе. Ну а мне-то от этого что? Доус должен понять, что за содеянное им придется отвечать. Ты ведь всегда был на стороне закона, да? А в задницу не хотите пойти на пару? Значит, мы идем в задницу. Ага. Чё? А ты снова запрыгнешь в тюремные шмотки. Неужели такой трудный выбор? Далее в Hardline. Это было круто.